Друзі, доброго раночку тим, хто тільки-но увімкнув наш ранковий бадьорий прямий ефір. До нашої студії вже долучилася наша гостя, трансперсональний коуч Ірен Шарафан. Доброго раночку. Доброго. І одразу хотілося б запитати, що таке трансперсональний коуч, чим вони займаються? Трансперсональные коучи – это те коучи, сертифицированные, которые помогают людям обрести свое призвание и найти вообще свое предназначение в жизни. Потому что сейчас, я думаю, вы постоянно видите какие-то статьи, видео, где люди рассказывают о том, как найти свое предназначение, что делать. И это неспроста, потому что есть такой запрос у общества сейчас, потому что люди хотят то, не знаю что, я не знаю, что я делаю, вроде у меня в жизни все хорошо, есть семья, работа, путешествия, а нет какого-то внутреннего счастья, удовлетворения от жизни. И люди приходят к тому, что они хотят найти себя, как я называю, потеряшки. Так, и это досить цікавий момент, тому що трансперсональний коучинг, в основі його, якщо я зараз не помиляюся, інтроспекція. Да. То есть, что такое интроспекция? Мы идем внутрь человека. Так. То есть нужно понимать, что если человек думает, что он пришел на сессию, так. Ему сейчас расскажут, в чем его предназначение, вообще что ты и кто ты, то это не есть так. То есть здесь идет работа человека. Все вот ответы, они есть внутри него. И коуч, он, задавая определенные грамотные вопросы, которые направлены внутрь, то есть они заставляют человека думать прежде всего и чувствовать себя, чувствовать свое тело, чувствовать, что он хочет. А естественно, есть определенные там методики, медитации, которые тоже направлены, когда коуч тебя ведет, и они помогают тебе найти вот этот свой скарб внутренний и понять, что в нем. То есть тебе конкретно не скажут, что ты там должен быть повар. Повар, к примеру. Но человек может понять, что он хочет нести там красоту, нести, открыть какие-то новые рецепты именно через то, чтобы быть поваром. Потому что очень важно понимать, что есть контекст. То есть контекст каждого человека, где он вырос, в какой семье, в каком обществе он живет, с кем он пересекается, это очень сильно влияет на него, вне зависимости от того, что уже ему заложено как бы от природы. Так, есть момент. Питання, які до людини ставлять, вони індивідуальні для кожного, чи вони ну, такі загальні? Есть базовые вопросы, с которых начинаются, но вообще коуч, то есть важно здесь понимать, что не человек идет за коучем, а коуч идет за человеком. То есть в зависимости от того, как вы отвечаете, куда вы идете, вас туда, ну, я иду за вами, как я иду за клиентом, никак не наоборот. То есть, конечно, есть определенная схема, по которой работает любой специалист, как психолог, так и коуч, все помогающие профессии. Но мы все равно идем прежде всего за клиентов. Куда он хочет, туда мы с ним идем. Это его выбор. Можем зараз розіграти такий... трансперсональний коучинг, тренінг такий між нами, щоб ми, наші глядачі, зрозуміли, як це загалом відбувається, на які питання треба відповідати, або ж самому собі ставити. Давайте спробуємо. Ну, давайте, нам нужен запрос, що ви хочете узнати? Запрос, що хочу дізнатися. Ну, давайте про роботу, про покликання у житті. Чи займаюся, не знаю я, тим, чим хотіла все життя? Ну и как, по вашим ощущениям, занимаетесь тем, чем зараз хотели? Думаю, так. Угу. Тогда что вы хотите еще узнать? Але знаєте, от напрямків реально багато. Я завжди от з дитинства хотіла займатися журналістикою. Зараз трохи я перепрофілювалась на ведучу. І от, можливо, це не моє. Не туди звернула. Не туди десь звернула. Як ви себе відчуваєте от зараз в цьому креслі, знаходясь в прямому ефірі? Зараз комфортно. Комфортно. А як хотілося б? Але, можливо, хотілося б якихось змін. На море. Можна просто в відпуск. Можливо. Давайте на Максу спробуємо. Диви, знайшла. Давай, запрос, кажи. Слухайте, от мене просто зацікавило в цій темі те, що очищення, розслаблення та інтуїція – це основні три кити, на яких формується, в принципі, трансперсональний коучинг. Ну, звісно. Ось це мене цікавить. Так, ну давайте спробуємо, так.
На які питання мені потрібно відповідати? Для початку, чого ви хочете? Чого я хочу? Смотрите, дуже важливо розуміти, коли ви йдете к любому спеціалісту допомагаючої професії, запрос. Так. Тому що якщо я йду просто поговорити, то ми можемо з вами говорити безконечно. І можна ходити там кожен день навіть к терапевту і розмовляти там, страдати, жалуватися. Але якщо ви хочете щось узнати, важно конкретика понимать. И вообще в работе любого специалиста длительный период, самое важное, это понять вообще, чего человек хочет получить на выходе. И вообще, какой его запрос. То есть, вот, что именно вы хотите, потому что можно бесконечно говорить. Если так. мы говорим в формате сессии, то здесь важно понять, чего ты хочешь. Вот, что ну, хочется. Дивись, у меня есть мрія. Я хочу через певний час стати одним из найкращих телеведучих в Украине, а потом и в Америке. Круто. Так. Ось, коротше, чи вдасться це мені? Угу. Підходить? Правильно сформулював? Ну, это какой-то в формате гадания. То есть, а как ты думаешь, тебе удастся? Рубрика «Що віщу вітірки». До речі. Ну, слухай, я думаю так, що вдасться. Ну, я багато працюю для цього. Наразі я розумію, що я займаюся саме тією справою, якою я хотів би займатися все своє життя. А де ти зараз знаходишся на цьому путі, вот, к той большой цілі? По твоїм відчуттям. Це самий початок. Самий початок. Ну, дивись, у мене взагалі історія така, що я багато років працював в кіно і на телебаченні, в продюсерській групі. А потім сталося раптом так, що я потрапив у кадр, і якось, знаєш, от як до себе додому зайшов, і мені комфортно, і мені подобається. Я кайфую від своєї роботи. Мені з вами складно говорити, тому що ви оба кайфуєте, і ви по відчуттям вже на своєму місці. От, як я теж зараз, я чувствую себе на своєму місці, коли я спілкуюся з людьми, я допомагаю їм, направляю їх. Я в этом, ну, на даний період своєї життя вижу в какой-то степени свою миссию помочь найти себя, потому что я тоже долгое время находилась, была такой потеряшкой, хотела и то, и то, и то, и то. Вроде мне это нравится, мне нравится и мода, мне нравится и стилистика, мне нравится рисовать, и мне нравится психология, и я не знала, что же этого делать. А занималась вообще бизнесом. Дійсно, зараз багато людей в такому от стані. Давайте спробуем не фокусуватися на нас, а взаємодіяти з нашими глядачами. Можливо, зараз хтось сидить, дивиться і також задумався про своє так призначення у житті. Вони повинні зараз нам просто телефонувати в студію. Обов'язково. Але чи можуть вони самі, от, припустимо, задаючи собі питання і собі от, в думках, відповідаючи на них, якось знайти вирішення своїх найбільших проблем? А, звісно. І це мають бути запитання? Для початку це питання самокоучингу. І, звісно, якщо ти зараз не можешь там обратиться к специалисту, нужно работать самостоятельно. И важно понимать, что это реально работа. Так. Потому что люди, им кажется, что что-то вот так вот произойдет, и я найду свое предназначение, там, и все у меня попрет, и деньги, там, и семья, успех. Но это не так. То есть это иллюзия, которая, ну, кстати, она хорошо продается, поэтому все вокруг говорят, найди предназначение. Я, например, не считаю так, и в плане денег, и в плане вообще, что все попрет, но да, тебе станет комфортно, и тебе будет легче достигать успеха, в том числе и финансовом, но нужно будет поработать. И прежде всего поработать для того, чтобы понять, чего я хочу. Например, есть огромное количество техник, даже вот в прямом доступе в интернете, но кто же реально это делает? Вопрос в том. Мы просто почитали, вот сядь и выпиши, например, 20 пунктов, что я делаю хорошо. Это очень хорошая техника. Вот вообще даже просто готовлю борщ. Одна техника, дійсно, можно даже сейчас сделать. Сядь и напиши просто. Но я думаю, от мені здається, що це дійсно важко. Тому що, ну, 5, я думаю, випишеш, а потім ти вже розумієш, що... В том-то и дело, что люди бросают на начале, либо не начинают. Но когда ты напишешь, например, 100, первые 5, 10, они будут действительно очень поверхностными. И именно дальше ты, получается, начинаешь анализировать свою жизнь, ощущать, что мне нравится. Вот когда-то я делала это, я, может быть, сделала его один раз, но мне было реально кайфово это делать, и был эффект. Дальше можно спросить у своих окружений, допустим, а что я делаю хорошо, по-вашему? Вот тоже напишите мне. А их тебе скажут ничего. Вряд ли так скажут. Слухай, трансперсональный коучинг, у нього також присутня інтуїція. Ну, конечно, да. Як навчитися чути свою інтуїцію?
Ну, оце, вот, таке, знаєш, вічне питання. Да, ти сам сказала там очищення, да, ти підготувався, хорошо, да, молодець. Ми дійсно готувалися, тому що наразі от пандемія вплинула на людей. Да, от, да. Є багато різних прикладів, коли людина абсолютно втратилася, і я був одним із них. Я розумію, чому я зараз і тебе запитую, мені подобається наш діалог, і хочеться для людей, ну, які по ту сторону екрану, сказати, тому що, по-перше, немає нічого неможливого, а по-друге, все ж таки треба розвиватися і... Питання, як же чути свою інтуїцію, багато хто задає. От як зрозуміти, що це саме інтуїція? Ну, во-первых, если ты находишься в стрессе, так, если у тебя какие-то финансовые проблемы, проблемы со здоровьем или с твоими близкими, слышать интуицию действительно сложно, но это факт. То есть сядь в медитацию, отпусти все мысли, это людям сделать очень сложно, когда над ними нависают какие-то бытовые проблемы. Это даже если мы будем говорить по пирамиде Маслоу, да, если у тебя там не закрыты безопасность, не закрыты базовые твои потребности, то говорить о предназначении вообще, это просто трата времени, потому что человек будет возвращаться к тому, что у него там, ему нужно заплатить аренду за квартиру, садик ребенка, а какое вообще персональное миссия, да, да, он вроде говорит, я хочу найти, но это все, это не будет иметь эффекта, это сразу первое, над чем я работаю, когда человек приходит, это вообще, что у тебя происходит в жизни, нужно понять, если у тебя там просто какой-то условный ад, то бесполезно об этом говорить, нужно разобраться с бытовыми вопросами. Конечно же, в плане интуиции это медитация, это действительно работает, но это вот, еще раз говорю, это работа. То есть это вот нужно ставить себе, что я каждое утро, либо каждый, не обязательно, кстати, утром, это можно делать и днем, и вечером, когда есть время. Но я себе ставлю, там, что я, например, 5 минут медитирую. Можно найти музыку расслабляющую. Медитировать не обязательно отключать все мысли. Можно медитировать, то есть это направлено о чем-то думать. Например, о своей мечте. Вот ты там представляешь себя самым классным телеведущим, так, топом, где там, я не знаю, где ты хочешь выступать, на ТВ или на шоу больших. Канал Good Morning America. Супер. Ну вот ты себя представляешь там, и это тоже будет твой вид медитации. Визуализация. Визуализация — это тоже медитация. Это направленное погружение куда-то, куда-либо. Либо, а куда, где человеку комфортно? Есть ли место, где тебе было офигенно круто? То есть, может быть, это на море, может быть, в лесу, может быть, ты просто дома лежал под одеялом, и тебе было вот очень классно. Вот возвращаться в это состояние, тогда в основном у нас все уходят, вот эти бытовые вопросы, мы расслаблены, и мы можем погрузиться внутрь себя. И, кстати, вот еще очень хорошая техника, рекомендую, называется «Утренние страницы». Ух ты! А это когда ты с утра проснулся. Желательно ставить себе будильник, конечно же, там раньше, пока все спят. Вот ты просыпаешься сразу возле кровати, себе ложишь ручку и 6 листиков А4. 6 А4. И ручку. Ты встаешь, даже не вставать, можно же не вставать. То есть ты вот так берешь и сразу начинаешь писать. Вот все, что тебе лезет в голову. Даже пишешь, что, боже, что это за бред, почему я должен писать эти листы. И первые там страницы, две, они действительно будут ни о чем. А дальше там может быть что-то написать. Вот, может быть, я хочу это. И потом уже, допустим, вечером ты можешь это перечитывать и смотреть, выделять с маркером, что там было, какая ценность, какое зерно было. Если это делать там на регулярной основе 10-20 дней, можно докопаться вообще, и не только про предназначение, в принципе, понять, чего я хочу от жизни, от отношений, там, возможно, ты придумаешь, сам поймешь, как ты там можешь улучшить отношения со своим партнером, с ребенком, с родителями, с начальником, с кем угодно. Но снова-таки вопрос, кто же это делает? Вот это основной вопрос. Люди ленивые, да, это факт. И почему вот еще коучи сейчас стали популярны? Потому что вот у вас есть регулярные сессии, где ты, человек, он выполняет задание, он отчитывается. Если он не выполняет задание, его штрафуют. Если он на второй, на третий раз продолжает не выполнять, а просто приходит поговорить, то нет смысла в этих сессиях. Да, это есть определенный... система штрафов. Да, но это так работает коучинг. Чем он отличается от психологии? Потому что психология работает с прошлым, работает там, ты можешь прийти, пожаловаться, какой-то бедный несчастный. А в коучинге этого не допускается. То есть ты концентрируешься на настоящем, на будущем, и что ты можешь сделать уже сейчас, чтобы завтра твое улучшилось. А как ничего не сделал, минус зарплата? Нет, ну там первый... Нет, ну стандартно считается, первый раз прощается, второй раз штраф стоимости одной сессии, и на третий раз просто прекращается работа. Потому что человек, на самом деле, он только мечтает, но он не хочет делать реальные действия. Тогда лучше иди к психологу и там жалуйся, какой коуч плохой не захотел со мной работать. А люди, до речи, так и роблять. Дивись, я трішки, конечно, злукавив в прямом эфире на всю Украину, но не хочу я в Америку, мне подобається моя работа. И мне хочется, знаешь, зрозуміти, от коучи, вони...
вони направляють людей на те, щоб стати кращими. Як ти сказала, вони концентруються на майбутньому, на теперішньому. Є таке твердження, що у людини багато проблем саме йде з дитинства, відтоді. Ви можете їх чіпати якось, розкривати, пропрацьовувати, аби людині ставало краще в моменті зараз? Як трансперсональний коуч, я обладаю определеними техніками психосинтеза, які дозволяють їх відпускати, не погружаясь в них. Тобто є, ну, наш мозок так устроєн, що якщо ти там в направленій медитації вже їх відпустив, вони уходять, ну, і взагалі не завжди важливо розбиратися. Тобто якщо є проблеми, коли чоловік, реальна проблема, от не взлітає у нього. Вот он вроде делает какие-то, да, с коучем работает, направляет, но есть какая-то проблема, вот он, ну, не может он пережить, что там родители развелись, что папа ушел. Uh-huh. Вот, и он сконцентрирован на этом, то когда, конечно, ему нужно пойти к психотерапевту и проработать этот вопрос. Но я всегда для начала задаю вопрос, а что, почему тебе выгодно за это цепляться? Ведь человеку выгодно цепляться, обвинять, допустим, папу в том, что он ушел, и поэтому... Занимать позицию жертвы. Да, это позиция жертвы. А что хорошего? Что тебе дало? Ведь наши травмы, они сделали нас такими, какими мы есть. Угу. Я стараюсь концентрироваться на травме, как на ресурсе. Потому что если бы родители были вместе, что бы произошло? Возможно, там тебя бы с золотой ложечки кормили, и ты бы вообще ни к чему не стремился, бы считал, что все тебе должны, все тебе обязаны, и вообще бы не было у тебя никаких достижений. Но то, что ты стал таким, возможно, ты раньше повзрослел, взял на себя больше ответственности, но это тебя сделало более успешным здесь и сейчас. Поэтому я бы... Если вы на чем-то концентрируетесь, подумайте, что в этом хорошего, ну, именно для вас, то есть что это вам дало, как это помогло вам вырасти как личности, как человеку, и как этот опыт вы можете из него сделать, то есть свой вот этот скарб. Потому что мы не можем изменить наше прошлое, но мы можем изменить к нему отношение и можем взять лучшее из этого для того, чтобы еще больше улучшить свое будущее. Так. Слухай, давай на завершение тоді топ-3, топ-5, там, не знаю, чи, як правильно, чи це техніки, чи це просто питання, які люди можуть собі самі поставити і тим самим змінити своє життя на краще. Во-первых, представьте, что вы нашли свое предназначение. Так. Вот представьте себе на секундочку, как вы себя ощущаете вообще по своим телесным ощущениям. Многим людям там некомфортно уже, и им выгодно просто искать, но не находить. Потому что, возможно, придется очень сильно изменить жизнь, это страшно. А вони до цього не готові. Да, и я буду просто всю жизнь искать и продолжать там делать какие-то обычные вещи, к которым я привык. Во-вторых, как я уже сказала, напишите список, что вы умеете делать хорошо, и спросите ваших близких, что вы можете делать хорошо. И ответьте вообще себе вопрос, зачем? Нет, не так, давай так. Что я оставлю после себя? О, це важливо. Это очень сильный вопрос, и не учитывая ваших детей. Так. Діти не в счет. Так, ого. Друзі, ви зрозуміли, так? Навіть я задумалася. Що ви після себе залишите, але не враховуючи ваших дітей, про те, що ви зробите після себе у нас у студії. І що станеться після вас? Так, який скарб ви залишите після себе у нас у студії трансперсональний коуч Ірен Шарафан. Друзі, дякую, що ви були з нами. Я впевнена, вам було корисно та цікаво переглянути це відео. Підписуйтеся на наш YouTube-канал, аби завжди бути в курсі усього актуального та цікавого. Ну, а після того, як підписалися, не забудьте увімкнути дзвіночок, адже актуального та цікавого матеріалу на нашому YouTube-каналі буде, ну, занадто багато. We'll be right back.